Здравствуйте, сударыни и судари. И хотелось бы, да страшно. О чем я? Да об ульях. Завести у себя на участке пасеку хочется. Но если у вас аллергия, или у кого-то из близких, или вы вообще боитесь до дрожи насекомых и пчел жужжащих, то это вроде как не для вас. Есть способ обезопасить себя. Ну вот мы подошли к самому улью. Чтобы улей стоял в защищенном от ветра месте и не мешал соседям, нужно либо живую изгородь, либо какие-то строения, чтобы отделяли пасеку от соседей. Потому что это первое непременное условие. И второе условие. Нужно как можно реже беспокоить пчел. Желательно предупредить соседей о том, что вы решили завести хотя бы один или два улья. О том, чтобы соседи были в курсе, чтобы они проверили или вы проверили, нет ли у них аллергической реакции на ужаление пчел. Реакция навсегда будет на ужаление. То есть нормальная реакция – это покраснение, которое проходит через 1-2 дня, следа как не остается. Но есть у 2-3% населения серьезная реакция на пчелоужаление, которая заканчивается анафилактическим шоком. То есть нужно оказывать уже медицинскую помощь. Нужно также еще иметь аптечку. Пчеловод на пасеке работает весь день, а дачному пчеловоду желательно приходить по вечерам и желательно в будни. То есть понедельник, вторник, когда все садоводы обычно наоборот уже находятся на работе, значит они все свои работы провели в выходные дни, отдохнули, позагорали. И вот в понедельник, вторник, где-то около 6 вечера можно начинать беспокоить, как говорится, пчел, посмотреть, как они живут, посмотреть, значит, много ли меда они собрали. А если вы все-таки решились и завели у себя пару ульев, то, конечно же, нужно посадить эсоп. Для чего? Так смотрите, для чего он нужен. Вот это растение, ну, как бы растрепайка, да? Но я очень-очень его люблю. Вот за его такую свободу, за то, что вот как ему нравится, так оно и растет, да? Это растение называется эсоп. И не просто эсоп, а эсоп лекарственный. Очень красивое, очень полезное растение и очень ценное растение не только для садоводов, но и для пчеловодов. Я немножко позже скажу. Значит, целебные свойства эсопа приравниваются к шалфею. То есть, если у кого-то нет шалфея, есть эсоп, могут точно так же пользоваться вот этим растением. Это растение цветет во второй половине лета, зацветает лиловыми, розовыми, белыми цветочками. У него, конечно, очень сильный аромат. И это знают пчеловоды. Они берут вот это растение листьями, побегами, натирают улья во время роения пчел, и пчелы никуда не улетают, а остаются, переселяются в этот улей, так сказать, в тот, в который нужно, чтобы поселились пчелы для пчеловода. Будете пить чай с эсопом, с медом, причмокивать, прихлебывать, похрюкивать, получать удовольствие и благодарить меня. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи.